Здравствуйте, меня зовут Варя Егорова, мне 14 лет, Турку, Финляндия, молодежная организация «Альбатрос». Баллада о матери. 41-й, год потери страха, заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темнорусый. Все при нем и силушка, и стать, а за ним пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Нань», — твердил он важно, — «расстрелять». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей. А взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасайте, а другого расстреляем сына. Кто тебе дороже, выбирай». Как смертельно этой круговерти ей спасти кого-нибудь суметь, если первенца спасет от смерти, последуешь, обречен на смерть. Взгляд туда-сюда переводила, но не пожелаешь и врагу мук таких. Сынов перекрестила и призналась принцу: «Не могу». Ну а тот стоял, не пробивая, с наслаждением нюхая цветы: «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал: «Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожила, ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Бить-то». Додвинул плачущую мать, отошел подальше деловито, махнул перчаткой: «Расстреляй». Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать, молвно, сердцем каменеет: «Уж не жить, сыночка, не цвести». «Дура, матка», — поучает немец, — «одного могла бы хоть спасти». Ну а та, баюкая их тихо, с губ сыновьих вытирает кровь. Вот такой в убийственно великой может быть у матери любовь.